Всем большой привет! Сегодня начинаю новый влог. У нас уже, наверное, часов 11. Я себе тут чаек завариваю. Сейчас буду пить попью чай. И делала тут, в общем, такой творожный десерт. У меня, конечно, блендера нету. Здесь творог со сгущенкой. Ну, вот видите, крупинками, потому что не переблендерила. Со сгущенкой. Здесь несквик у меня слой. Слои с несквиком и с желатином. Ну, в общем, такое мне можно и даже нужно. И Давид такой любит. В общем, получается вкусно, просто, быстро. Так что сейчас попью чай. Уже накрасилась. Хочу сейчас еще снять видео. Вопрос-ответ. Вы, кстати, в этот раз позадавали столько вопросов. Все вопросы очень интересные. Я даже не знаю, вместится ли все в одно видео. В общем, уже спешу бегом заснять вам его. Сейчас еще что-то нормальное сделаю себе на голове. И буду снимать видео. Папа с Давидом уже на занятиях. Как я говорила, что я не буду ходить с ними на занятия в этот центр. Ну, я им приношу обед. Сегодня не буду приносить. Сегодня с собой им дала. В принципе, каждый раз, наверное, когда мы сюда приезжаем в Винницу, в основном я ухожу. Там с ними 1-2 занятия и ухожу. То в магазин, то есть готовить. Тем более сейчас, получается, столовая не работает. И из-за того, что она на ремонте. Вот, поэтому приходится еще и обед готовить им носить, так бы мне было легче. Я с ними когда ходила, мы обедали хотя бы там, а здесь, получается, надо приготовить завтрак, обед и ужин на всех, поэтому, в общем, у меня отпуск. Вот, что у нас еще нового? Мне муж заказал, наконец-то пришел мой протеин. Смотрите, какая огромная, просто огромнейшая банка. И здесь 2,27 килограмма. 73 порции со второй попытки, правда, мы только забрали с почты, потому что муж заказал на одном сайте, и хорошо, что он все там это изучал и знает, как проверять. В общем, пришло не оригинальное, в общем, какая-то подделка, уже заказали второй раз, и вот наконец-то он пришел, так что буду еще пить, потому что мне, я еле съедаю норму, получается, белка, это 2 яйца и 200 грамм мяса, это моя норма, но мне надо есть больше, чтобы повысить белок, а здесь, получается, в одной порции 24 грамма белка, то есть я половину уже своей нормы буду, получается, выпивать, ну, то есть, получается, буду я белок употреблять больше нормы, чтобы мне его поднять, я надеюсь, это мне поможет. Вот, потому что этими яйцами уже, этим мясом уже заелась. Не знаю, не очень-то мне этого и хочется. Вот сейчас и творог, и желатин стараюсь есть. В общем, все такое. Плюс еще с желудком у меня, я не знаю, то ли здесь вода такая в Виннице. Начал опять желудок болеть. Я уже себе как какая-то бабуля заварила. В общем, это мне моя бабушка дала рецепт. Вот траву буду пить. Не очень видно. В общем, здесь получается и тысячелистник, ромашка, зверобой. И календула. Вот это все заварила, буду пить. В принципе, тут на каждой написано, да, что оно при гастритах, вырозковых робах, шлунка, 12-перстной кишки, колиты, захоревание печенки, желчевыводящих шляхов. Вот здесь тоже у комплексной терапии захоревание желчевыводных шляхов, захворювань травного тракту, гастриты, хронічні коліти. Ну, ромашка, то понятно, я ее так постоянно пью. В общем, не знаю, надеюсь, поможет, потому что вроде ничего такого не ем, и все равно у меня с желудком, уже сколько я пью эти лекарства, никак ничего не наладится. В общем, ладно, буду я пить чай, мне еще сегодня надо идти в магазин, здесь, кстати, рядом с нами Серпо, минут 6, наверное, идти, и там нету говядины. В общем, мне нужна говядина, я плюс еще хочу так сварить себе, и, наверное, на выходных хочу сделать оливье с говядиной. Поэтому надо сходить еще сегодня в магазин и в аптеку. На занятия Давид ходит, первое идет в 9:10, где-то там массаж, ЛФК. В общем, муж придет, еще детальнее все расскажет. Я ему говорила, чтобы он там немножко поснимал, мы повставляю отрезки видео. Получается, вот они ходят с 9 и до... Приходят они на мой, наверное, в 4.
Ритушка. Ритушка, а ты где лежишь? А? Отлично. Давай еще. Вверх поднимай правую руку. Отлично. Лопнул, да. Еще давай. Давай, лопай вверх. Выше, выше, выше до шарика. О, лопнул. А теперь левой рукой лопни. Да, левой вот так. А ну, выше. Выше, выше поднимай. Давид, выше. О, лопнул. Молодец. Получилось? Кто пришел домой? Да. Ты? Расскажи, ты позанимался уже? Да. С дядей занимался. Где ты там? В бассейне плавал? А что еще делал? Массаж тебе делали? Да. А это, а ты плакал на массаже? Да. Плакал ты? Чуть-чуть. Чуть-чуть плакал? Да. Давай, папа, включай, скажи видео. Ну, я повставляю видео вам сейчас отрезочки. Где там Давид занимался, да? С дядей. Ого-го. Сыночек там понавешали. И сколько там килограмм мы навесили? Ну, тут два и по бокам. Ты кто такой чемпион-то? Ла. Это. А ну, давайте, подожди, я поставь на стоп. Расскажи, что там? Сначала массаж, ЛФК. Массаж, ЛФК, потом электропроцедуры.
Это электрофорез на ножке, да? Ну да, там... Ну именно 10... на стопы, да, не, в прошлый не, раз? Не, на икры. А, на икры? Это тоже тонус снимает? Ну, типа да. Потом идем... Куда мы потом идем, Давид? На локомат. Да? Ты там что делаешь? Топаешь ножками, да. На локомате, потом после локомата идем в ванна и парафин. А, через день. Через день, да. Сначала ванна, потом еще парафин. А, еще ванна, один раз соль, а второй раз это? Да, один раз соль, второй раз экстракт хвои. Ну, ванна, джакузи. Да, ну я повставляю сейчас. Это потом, после этого идем на матомет. Крутим 15 минут ногами вперед-назад и руками тоже 15 минут. Полчаса дитё само крутит. Ты моя умничка. Потом идем дефектолог, а следующий тоже там 3 дня дефектолог и 2 дня школа рукоделия. Ну, дефектолог. А вы были на школе рукоделия? Ну да. Что вы там без этого, пришли без этого? Там и там такое, там на моторику там больше все там бусинки там одевали, не поделки. Че, а с папой тебе любимое занятие смотреть, как он занимался, да? Вот потом у дефектолога что-то это реаком. Это там компьютер такой там тоже. А, ну я да, я повставляю, да. И все, и бассейн, да? Нет, потом идет. И после дефектолога мы идем на компьютер, ну, компьютерные занятия. Это там на компьютере там заниматься, там различные тоже, ага, там да, различные приложения. И Xbox. На Xbox можно играть. Дядя? Да. Потом перерыв, потом Нирвана. Это как типа сенсорная интеграция. Да, сенсорная комната, типа вот там совсем. После Нирваны. Бассейн и сауна. Ты молодец, Давидун. Столько процедур. Да. Да. Будем отдыхать? Да. Да? Еще было Монтессори, но педагог заболел и нет. После это после Нирваны Монтессори должно быть. Угу, да, мне кажется, там было бы классно. Но у нас не было ни разу. Да. Давай, ну, да. Давай, давай смотреть, какой ты там молодец. Да? Ротик закрывай. Я пока тут жарю рыбу на ужин. Купила всех филе. Кляре жарю. Вот. И картошка будет сырая. И скоро будем ужинать.